История дня без автомобиля восходит к французам, которые в 1998 году провели впервые подобную акцию в Париже. Мероприятия получили поддержку в других странах мира и проводятся каждый год 22 сентября. Этот праздник призван напомнить обществу о существовании альтернативных средств передвижения, таких как велосипед, который помогает не только поддерживать экологически оптимальную обстановку, но и сохранять хорошую физическую форму. Для меня это вообще-то обычный день, потому что я на велосипеде часто, много и очень люблю это. Ну, а сегодня это праздник, я считаю, чтобы каждый человек подумал, как приятно ехать на велосипеде, особенно вот в такую погоду, да в любую погоду. Насколько лучше, чем на машине, и тем более на любом транспорте. Ну, для меня это праздник, и встреча с друзьями, встреча всех нас. Я считаю, что велосипед, потому что машины, они отдают выхлопные газы, которые вредны для окружающей среды. А велосипед, он абсолютно безвреден. В Бресте день без автомобиля проходит в шестой раз. Организаторами мероприятия выступили областное управление госавтоинспекции совместно с городскими роллера и велоклубами. С каждым годом количество участников мероприятия растет. А значит, в Бресте понимают важность проведения таких акций. В шестой раз, как в республике, так и в Брестской области, проводится день без автомобиля. Очень приятно, что с каждым годом к проведению данного дня все больше и больше присоединяется участников дорожного движения разной категории. Впервые будет проведен велороллеропробег, именно призывающий всех жителей города Бреста, Брестской области поддержать этот день и, конечно же, по возможности отказаться от использования личного транспорта, пересесть на велосипеды, на ролики, ходить пешком, дышать свежим воздухом. Ну, в крайнем случае, это, конечно, пользоваться услугами общественного транспорта. Это, во-первых, здоровье, во-вторых, экология улучшается, не сгорает бензин, нет вредных выбросов. Ну и, будем говорить, рекламой продвижения здорового образа жизни для всех, кто хочет долго жить и много увидеть. Автомобили делают жизнь более удобной. Они позволяют перемещаться по городу и за городом с большим комфортом. Однако важно помнить, что в природе ничего не исчезает бесследно, кроме окружающей среды. Потому одна из основных задач общества – сохранить ее. Регулярные велосипедные прогулки подарят не только отличную физическую форму, но и огромное количество положительных эмоций.